Ну чё, здорово, Ютуб, здорово, Дзен, с вами Джон, он же Зура, испытание Сириса 312. Сейчас у нас буквально через минуту будет пятничный ресет, а это значит, что можно будет посмотреть, что наши любимые торговцы принесли. Все это мы сейчас посмотрим после вашего лайка, подписки на канал, пробивания колокольчика, прохождения по всем тучкам, создания ролика для поддержки стримера. Напоминаю, что у меня тут на Твиче каждый день трансляции проходит, со мной можно вместе поиграть, позадавать какие-нибудь вопросики, поучаствовать в криповозиках. Ну и кто захочет стримера поддержать, может сделать при помощи доната, если сумма в 10 раз увеличится. Ну и спасибо всем тем, кто поддерживает меня на Бусти. Итак, переходим сейчас в игру. Заценим, что же нам там привез Сейнт, какая карта у нас в испытаниях Осириса. Он там уже на заднем фоне прорывается. Заодно заценим, что же там притащил Зур. Так, ну что ж. Сейнт. Чем обрадуешь? Репутация Осириса. О, Глефа, надо сходить. Ну так, для коллекции чисто достать адептскую. Так, с этим понятно. Смотрим, что у нас с картой. Какая у нас карта в Осирисе? Так, ну что ж, карта в испытаниях Осириса на этой неделе у нас пепелище. Кстати, достаточно странно, потому что обычно банжи с этой карты Осирис начинают. Но сейчас он у нас на второй неделе. Ну, Осирис на третьей неделе сезона получается. Ну ладно. Пойдем сейчас смотреть, что нам там притащил Зур. В общем, на следующей неделе у нас начнется сумеречные налеты. На Грандмастере, как мы проходили это во вчерашнем твабе. Также будет превосходство и импульс. Сумеречный налет у нас будет клинок света. Бонусные ранги в гамбите у нас ожидаются. В хрустальном чертоге будет дополнительный лут. И подземелье будет расколотый трон. Зур у нас находится на Нессе. Локация могила смотрителя. Сразу про сатирные секторы на легенде скажем, чтобы на нем не останавливаться. Могила Офелии, экзотический шлем там падает. Полетели сейчас, собственно, к нашему червивому торговцу. Так, ну что ж. Вот у нас Зур, вот у нас ветка, где он находится. Смотрим, что он принес. Гравитоновое копье. Понимаю. Банжи решила мету гравитонки по полной испытать. Ну, если у кого-то вдруг этой пушки не было, то приобретайте, потому что я думаю, через сезон ее понерфят, так как она уже у каждого второго в ПВП практически. И карта, соответствующая на этой неделе в испытаниях Осириса. В общем, это импульсная винтовка, которая, в принципе, стреляет по аналогии с винтовкой разведчика. То есть, такими вот двойными зарядами, которые достаточно больно бьют. Особенно, если противники рядом стоят друг с другом. Вы можете одного убить и положить всю вражескую команду, получается. Дальше у нас идет установка Орфея. Неплохие экзотические ноги на охотника, которые бафают ему стрелу, соответственно. Герб Альфа-Волка на Титана. Больше сфер от суперспособности. Активация баррикады восстанавливает вам здоровье. В принципе, тоже достаточно неплохой экзот. Жалко, что статы такие себе. 16 подвижности на Титана, спасибо. Ну и Коксия Хамкара, который дополнительный заряд ближнего боя дает Варлоку. Но любой подкласс годятся. Так, импульсную винтовку мы... Ну, если только для... Хотя, слушайте, неплохая, 340-я. По перкам. Рикошетные патроны, полный калибр, удлиненный ствол, постижение Зен. Может, на геймпаде попробовать кайфануть. Так, слезы раскаяния, винтовка разведчика с тройным выстрелом и второй попыткой 180-я. Для... как бы сказать, для крафта можно зубиться. Кровавая медь, 325-й. Пистолет. Почему бы нет? Мощный дал по двух выстрел попробовать. Плазменная винтовка, декартовые координаты. Кстати, большая редкость, он ее не особо часто привозит. Улучшенный аккумулятор под давлением рубака. Для ПВЕ можно попробовать. 7 серафимов, золотой свинец, учитывая дезориентация, дробовик пропускаем. Иголка с ниткой. Ну, если у вас вообще пустотной линейки никакой нету, можете купить. Хотя лучше тайпан. Вот нетущий голод неплохой. 600-й автомат. Постижение Зен. Полоса удач. Высокоточные боеприпасы. Одобряем. Для ПВП и для ПВЕ может попробовать. Хотя 600-й автомат и ПВП сейчас не особо играются. Так, руки. Нет. Тело, да. 25-19. Ну, для трансмога сейчас у нас продается функция Кайрос. Метка Гадрол, мое уважение. Шлем, да. 25 восстановления, 20 дисциплины и 12 интеллекта. Одобряем, одобряем. Слушайте, неплохо на Титана завезли. 10 стойкости, 16 восстановления, 16 интеллекта. Неплохие ножки.
Кокмун пропускаем, ждем первый выстрел или дальномер. И стоим мертвеца. Ну, если вы вдруг разве что по уене захотите, если еще там раза получится побегать, лучше дождаться наряжающего оружия, быстрого прицела, ну или движущейся цели для геймпада. Быстро сейчас посмотрим, что у нас там на других персонажах продается. Так. Что у нас есть на Варлока? На Варлока у нас 12 подвижности, 14 стойкости, руки неинтересно. Грудь неинтересно. Повязка гадрол. Маска нет. Ноги нет. Окей. Что-то с Варлоком нам не везет. На Охотника что? На Охотника руки 16 восстановления, 15 дисциплины нет. Тело 22 интеллекта, плащ гадрольный. Голова 20 восстановления, 14 дисциплины, 14 силы, ну 50 на 50. И ноги 20 стойкости и 18 силы. Короче, Титану повезло больше всех, я так понял, сегодня. Оки-доки. Ада тут у нас принесла стекленевшую хронологию сегодня. Новотихоокеанский потоп и барабанная дробь возрождения мертвой орбиты, черный шейдер. Хотя на моем сете это не особо заметно, но поверьте на слово, он черный. Как-то так. Ладно. А, ну еще один такой момент. У Банши неплохой дробовик во второй слот пустотный для ПВЕ продается с двойным ударом. Кому нужно, можете приобрести. А мы пока что пойдем в Осирис поиграем. YouTube, Дзен, спасибо за просмотр. Лайк ставим, комментарий пишем на канал. Подписываемся, если хочешь, прожимаем, чтобы не сотворение, а выходим в видос. Как-то так. Twitch, погнали в Осирис.